Завтра на севере страны переменная облачность, в центре и на юге ожидаются дожди. В Бричанах и Сороках метеорологи прогнозируют 15 градусов, в Бельцах на градус выше, в Аргееве 17 градусов, в Тирасполе прогнозируют 18 градусов, в Лиово на градус выше, в Камрате и Кагуле температура воздуха прогреется до плюс 20. В столице пройдут дожди, ночью 8 градусов, днем ожидается 18 со знаком плюс, в последующие сутки осадки. Днем температура до плюс 22, ночью от 3 до 11 градусов. И о погоде в Европе. На большей части континента переменная облачность, местами дожди. В Мадриде 32 градуса, в Берлине 21, в Париже ожидается 29 градусов, в Лондоне 26, осадки, в Риме 28, ясно. В Вене прогнозируют плюс 21, в Праге, Будапеште и Белграде на градус ниже. В Варшаве 15, в Бухаресте снова дожди, температура понизится до 16 градусов. В Афинах 28 градусов, безоблачно. В Анкаре 31. В Киеве прогнозируют 14. В Москве плюс 8, пройдут дожди.